Улица Музейная, театр живописи. Я говорю, и ты мне сейчас говоришь, наверное, я про это уже 150 раз. Я городнику, и тебе говорю, какое начало. Елена Владимировна, наш видеорежиссер. Прекрасная женщина, добрая и очень скромная. Ага, вот на жестком диске. Угу. Я сейчас покажу. А как эта комната-то называется у нас? Вообще радиорубка. Радиорубка, так это видеорубка. Пультовая, наверное, она больше называется. Не могу сказать даже как. Мы начали в 2019 году работать над спектаклем. Спектакль «Караваджо» готова. И тут называется «Финал сборка». Вот да, это, да? Да. Я уже забыла, что вчера ночью писала. Понятно, все как всегда, да. Все ночью. Запускаемся. Запускаемся. Вот такая шикарная видеорубка в новом здании театра живописи. Готовится новый спектакль. Сейчас будем проверять экран. Потом приедет звукорежиссер «Звук». Спасибо. Николай Иванович, спасибо большое. Угостили яблоки с яблочками. Яблоки надо нюхать. Главный автор и режиссер нового спектакля Николай Иванович Михалевский. Вообще шикарные яблоки. Какие красивые и вкусные. Один вкус яблок, на другом другой вкус. Запахи, ароматы разные. Как интересно. Это вы прививали, да? Нет, мы садили там по 25 лет этим стелькам. У нас вот этой метели нет. Нет, мы отрежем ее, да. Да, ее нет. То есть вот вместо метели... У нас будет буква «Я» отдельно, дефис, «Караваджо». А так и назвали. Да, мы так и назвали. «Я» – «Караваджо». Кто поставил спектакль? Автор художественный руководитель театра живописи Николай Михалевский. Режиссер видео. Ольга, видишь, мой голос не слышно. Вот на это потом, просто мы огородника берет вот на это и вставляет мой текст. Прибытие в Рим становится поворотом. Они исчезают со сцены. И Витис заговорил, ну что, все собрались, никто не отстал. Режиссер нового спектакля обсуждает детали с нашим видеорежиссером. Играет. Вот. Скрипка исчезает у нас, и входим мы в этот самый зал музея. Проверяем цветокоррекцию экрана. Я делала видео для видеостены нового спектакля. Так, зрители будут заходить в театр. Там вот у нас на наложение идет один амур на другого амура, вот такая мягкая. Хорошо, я исправлю. А что дальше? А почему? Потому что мы с тобой молодцы. Это сделать такое видео. Хорошо, молодец. Кстати. И это идет под музыку Тараса. Секунду. Пауза. Чуть-чуть назад, я хочу послушать, как это на зале будет звучать. Баланс, я понял. Да. Сегодня чуть музыки добавить там. Да, и чтобы она была и голосовой меняющей. Все, дорогая моя, спасибо. Спасибо за терпение, спасибо за все. Спасибо за кабачки. Вкусные. Дорогой мой. Морозы, мне некуда морозить. У меня капуста, ягода, слива. Мне некуда. Ну да. Поэтому нет. Ладно, попробую кабачку кого-нибудь. Вот шикарный новый зрительный зал. Какие сиденья. Смотрите, свет какой. С этими жалюзями тоже нужно закрывать. Будем потом, пока не спешить. Иначе мы можем... Звукорежиссер спектакля и режиссер. А видео пошло, уже когда пошло видео, уже пошло с метелью. Идет, которая идет на статику. Мы начинаем спектакль. Все, история пошла. Вот пошла музыка с вот, видео. Вот, пожалуйста, вот пошло видео. Режиссеры видео Ольга Анохина и Николай Михалевский.
Звукорежиссеры, заслуженный работник культуры России Александр Гордеев и Юрий Огородников. Балетмейстер, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Зуфар Толбеев. Мы начинаем. Я Караваджо. Что-то не видите режиссера. Нет, ну, режиссеры, я говорю, понял, все, оговариваться буду, видите режиссера. Нет, не видите, а вот режиссеры, как мы с Гордеем, вот сам я подхватился, он говорит, давай тогда, да, режиссеры видите. А экраном мы не будем говорить. Он говорит, ну, экран, понятно, что. И вот это сразу и пошло такое. Режиссеры видео. Ольга Анохина и Николай Михалевский. Ты можешь еще каждого отдельным фильтром сделать. Смысл. А Караваджо говорят, а по сути мы ничего о нем не знаем. У нас с этим закончится. Мы ничего о нем не знаем. В этом здании, в прекрасном, историческом, теперь находится театр живописи. Вот профессионал. Они говорят, параллельно. Закончили все, сейчас разбор спектакля. До свидания.